напротив входа тоже рыночек вот за этой зеленой крышей, да, вот то, что какие-то вот такие терема стоят. Вот. Там тоже внутри целый рынок, базар. Единственное, что мы с вами путешествуем в середине недели, я не могу сказать, как там, насколько прям оживленно это, да, но здесь продаются как раз ювелирные изделия из серебра, которые, да, из красного на Волге, достаточно все-таки, если уж цены и есть самые дешевые, то, наверное, здесь. Не могу сказать точно, но я имею в виду по сравнению с другими городами, что лен уж действительно покупать в Костроме, но не в Суздале, да, потому что здесь еще льняное производство сохранено, и оно отсюда идет. Ну, а уже финифть, майолику мы будем покупать в Ярославской области. Все открылись. И вот как раз от нас главные ворота, которые мы сейчас пройдем.